Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о таком проекте, как Unite Fund. Итак, Unite Fund — это проект, основанный на поиске инновационных способов, позволяющих пользователям объединить свои силы, чтобы открыть новые возможности для получения пассивного дохода и коллективизма. Компания пошла выше и дальше, чтобы убедиться, что их сообщество знает, что здесь на длительный срок и что сделать. И токен Cover тянуть доказательства было приоритетным в версии 1. Unite Fund работает с командой из более чем 100 маркетологов, разработчиков, креативщиков и блокчейн-профессионалов, и в результате обеспечивает более надежный проект, чтобы быть частью, чем многие другие на рынке. С предстоящим переходом на версии номер 2 будет развернута платформа Unite Fund и DAO, что позволит делать ставки и повышать доходность, а также распределенное управление. Чтобы дать Unite Fund оптимальные условия для роста и процветания, команда взяла на себя обязательства по долгосрочному участию и предприняла различные шаги для обеспечения безопасной, свободной от ковров и среды для экосистемы. Экономика данного проекта выглядит таким образом. 4% от каждой транзакции Unite идет держателям токена в качестве формы пассивного дохода. 4,5% отправляется в пул на PancakeSwap для постоянного увеличения ликвидности. 1% отправляется в Binance. Благотворительность помогает многим различным причинам. И 0,5% идет на разработку административной операции. Для обеспечения от скамеров и мошеннических контрактов данная компания выложила все свои ключевые контракты и адреса в экосистему. Здесь мы можем наблюдать и сам контракт адреса Unite Token, Dev Team, Admin Team, Operation Team, маркетинговый адрес и многие другие. Также на сайте опубликована белая бумага, которые обязательно перейдите, ознакомьтесь со всей концепцией данной компании. И только после этого делайте свои выводы, стоит принимать участие или нет. На этом обзор закончен. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание, всем пока.